SX4 в комплектации GLX очень легко узнать по фарам головного света. Они полностью светодиодные. Дневные ходовые огни, встроенные в фары, а также ближний и дальний свет аналогично светодиодные. Если присмотреться, на черной пластиковой части бампера видны встроенные передние парктроники. Противотуманные фары для полной комплектации – это само собой разумеющаяся опция. 16-е легкосплавные диски, точно так же как тонировка европейская для задних стекол – это прерогатива именно полной комплектации GLX. Из менее бросающихся в глаза опций можно отметить светодиодные повторители поворотов в зеркалах заднего вида, а также кнопка бесключевого доступа на ручке водительской двери. Точно так же как и в базовой комплектации, SX4 в полной комплектации имеет регулировку руля по вылету и наклону, ну и сам руль облачен в высококачественную кожу. В дополнение к блоку управления мультимедийной системой и к круиз-контролю, расположенных на руле, у нас есть отдельно управление Bluetooth, которое также выведено на руль. Круиз-контроль, установленный в полной комплектации, точно такой же, как и в базовой, имеет лимит скорости. Что же касается блока управления магнитолой на руле, то она управляет не обыкновенной магнитолой, а мультимедийным центром, который также оснащен камерой заднего вида. Дополнительно в полной комплектации на руль выведено управление Bluetooth. В полной комплектации к кнопкам слева от руля добавляется кнопка отключения переднего и заднего парктроника. В качестве функции комфорта по сравнению с базовой комплектацией GL, GLX оснащается бесключевым заводом, оснащается датчиками дождя и датчиками света, а также двухзонным климат-контролем. Очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Комплектация GLX возможна с двумя доступными моторами 1.6 и 1.4 Turbo. Разница по комплектации будет в том, что 1.4 Turbo имеет мультимедийный центр с камерой, а также полноприводную систему. Если вы присматриваете комплектацию GLX, но с мотором 1.6, то у вас будет возможность приобрести исключительно переднеприводную версию и без мультимедийного центра. Там будет установлена магнитола, которая очень похожа по функционалу на магнитолу, установленную в базовой комплектации GL. Единственным дополнением будет Bluetooth. Как и в базовой комплектации, на водительской двери присутствуют клавиши всех электростеклоподъемников, клавиша, которая открывает и закрывает центральный замок, далее клавиша, блокирующая все стекла, блок управления зеркалами заднего вида и в дополнение отдельная кнопка складывания зеркал заднего вида. В комплектации GLX SX оснащается такими же сиденьями, как и базовый SX4, с точно таким же тряпичным салоном. Единственное отличие – это прострочка по периметру сиденья. Еще одно отличие полной комплектации GLX от базовой GL состоит в том, что подсветка присутствует не только в бардачке, но и в зеркалах солнцезащитных козырьков. Так как в комплектации GLX SX оснащен бесключевым доступом и бесключевым заводом, вам вовсе не обязательно вытягивать ключ из кармана или из сумки для того, чтобы присесть в свой автомобиль. Так же, как и в базовой комплектации, полная комплектация имеет двухуровневый багажник с полкой, а в подполье прячется докатка с полным набором инструментов, необходимым для смены пробитого колеса. Если у вас все еще остались какие-либо вопросы по комплектации GLX SX4, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, включая мессенджеры, Viber и Telegram. И я с коллегами предоставлю интересующую вам информацию, в том числе с помощью видеозвонка.